В эту субботу, 1 июня, в Кировске состоится чемпионат Мурманской области по мотокроссу. Это традиционные соревнования, посвященные памяти генерального директора предприятия «Апатит» Константина Владимировича Никитина. Партнером зрелищных гонок традиционно выступает компания «Фосагро». Кто приедет бросить вызов фаворитам – клубу «Мотохибины» и в какой форме сейчас находятся кировчане? Анна Белкина узнала все про предстоящие старты. 1 июня в Кировске стартует первый из 9 этапов чемпионата Мурманской области по мотокроссу. К нам приедут спортсмены из Мурманска, Кандалакши, Североморска, Мончегорска и Ревды. Ждут организаторы также команды из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Но главными фаворитами гонки традиционно являются хозяева – клуб «Мотохибины». Как организаторы соревнований должны выступить достойно на этих соревнованиях. Но соперники тоже у нас не дремлят, тоже сильные соперники. Тут борьба будет острая. В составе нашей команды ребята, которые постоянно занимают призовые места. И они, по словам тренера, сейчас в отличной форме. С настроем тоже полный порядок. Победить. Призовое место первое занять. Я занимаюсь мотокроссом года 3-4, ну, потому что мне нравится скорость, прыжки. Я стремлюсь, чтобы занять призовое место. Организаторы заверили, скучать болельщикам не придется. Зрителей ждут рев моторов, высокие скорости и зрелищные пируэты. У нас сложная трасса, ну, считается. У нас есть элементы и гребенки, и трамплины, и повороты, и грунт. Возраст участников от 5 лет до 60+. Свое мастерство они покажут 1 июня. Начало соревнований в 12 часов. При выезде из Кировска трасса расположена с правой стороны, напротив автозаправочной станции.